Я себя ощущаю вот ракетоносителем, ну не просто ракетоносителем, а именно второй ступенью. Почему второй ступенью? Потому что первая ступень — это средняя школа. Она там со своими средними задачами справилась и среднестатистический продукт среднекультурный поднесла. Как раз вот мы в средней школе познакомились. А тут я и подхватил Юлю. Я так якаю не потому, что я такой нескромный, это... Ну, сказать, что я нескромный, это ж просто обидеть всех нескромных сразу. Мы подхватили на студии, мы подхватили и очень порадовались тому, что вот у нас появилась такая неординарная девушка. Она некоторое время у нас просто молчала, а потом заговорила, а потом она начала самоутверждаться, и она утверждалась в сети. Она прошла огонь, воду, медные трубы, чертовы зубы. Она прошла предательство. Она прошла невзгоды. И она все преодолела. Ну, характер у харьковчан такой. Умеем в труде упереться. Вот поэтому сегодня я благодарен редактору Сергею Тимшину за то, что он был третьей ступенью, который эту ракету, этот спутник вывел на ее высокую орбиту.